Известный на всю страну традиционный турнир по кикбоксингу «Кубок Ермака» в этом году отметил юбилей. 15-е соревнование собрали более 300 спортсменов из десятка российских городов и Республики Казахстан. И 15-й раз проводим «Кубок Ермака». Причем он начинал с такого маленького масштаба, когда участвовали только наши омские спортсмены. На сегодняшний день выросло уже в такое мероприятие более 400 спортсменов сегодня здесь. С разных регионов страны, с 9 регионов страны приехали к нам сюда. И плюс еще наши друзья с Казахстана для того, чтобы принять участие в этом замечательном настоящем омском турнире по кикбоксингу. Именно с татами и ринга Кубка Ермака вышло множество известных омских бойцов, добравшихся до высочайших наград мирового уровня. Один из них – Кайрат Нурмагомбетов, неоднократно становившийся чемпионом России, завоевавший титул чемпиона Европы, а также сумевший в прошлом году дополнить свою коллекцию наград золотой медалью мирового уровня. Сегодня Кайрат пришел на омский турнир уже в качестве тренера и привел своих воспитанников для получения бесценного спортивного опыта. Я считаю, что Кубок Ермака – это самый главный турнир для омичей, для Омской области в целом. Все ребята, все именитые кикбоксеры, заслуженные мастера спорта международного класса и чемпионы мира начинали свой большой путь именно с этого турнира. Я считаю, что сейчас очень хорошая традиция, то, что вели полупрофессиональные рейтинговые бои в открытии турнира. Открытие соревнований по традиции было очень красочным. К тому же были и новшества. В этом году впервые денежными призами были отмечены сильнейшие кикбоксеры региона. Настоящей же жемчужиной нынешнего турнира стали рейтинговые поединки в разделах К1, фулл-контакт и фулл-контакт слоу-кик. Здесь омские спортсмены Станислав Агишев, Дмитрий Кириев и Нигмат Баназиров оспаривали пояса с кикбоксерами Казахстана. Во всех трех поединках омичам удалось одержать победы. Для меня это в первую очередь был то, что первый профбой, дебют мой. Мы готовились на самом деле очень долго, но вчера у нас было взвешивание и заминка небольшая получилась, то что сказали, соперник вообще не приедет. Но мы начали переживать, потом по итогу он приехал, там его задержали на границе. По итогу приехал и провели этот первый профбой. Очень понравилось, планирую дальше еще выступать также. Основная цель, конечно, это получить заслуженного мастера спорта. Вот сейчас мы выполнили норматив мастера спорта международного класса. То есть в декабре нам уже должны прийти документы на него. То есть вот цель сейчас выиграть чемпионат России и чемпионат Европы и выполнить заслуженного мастера спорта. В соревновательной части участники доказывали свое преимущество в дисциплинах фулл-контакт, фулл-контакт слоу-кик, лайт-контакт, поинт-файтинг и К1. Все бои были зрелищными и далеко не все предсказуемыми. Но одно ясно наверняка – кикбоксинг с каждым годом становится все интереснее, спортсмены техничнее, а конкуренция все выше. Приятно то, что всегда сюда приезжают наша дружественная страна Казахстан, которые дают возможность и нашим ребятам чему-то поучиться, поконкурировать с ними и, конечно же, самим набраться опыта, боксируя в ринге с нашими спортсменами, с российскими спортсменами. Поэтому прекрасный турнир. Самое главное то, что у этого турнира есть будущее. Этот турнир от года в год прибавляет в развитии, в зрелищности. Количество участников с каждым годом растет. Но это говорит в первую очередь о популяризации этого вида спорта. Иногородние спортсмены сумели показать свою отличную подготовку, но все-таки большую часть наград, а именно 42 золотых медали домашнего турнира, отвоевали омские бойцы. Хотя победы давались им совсем нелегко. Самым трудным для меня было это весогонка. Я остановил 5 килограмм, чтобы драться на этом турнире. Самый запоминающийся соперник с Казахстана. Нестандартный такой был соперник. Он работал в левой сторонней стойке, в правой сторонней стойке. Было тяжеловато с ним работать. Мы разрабатывали тактику работать в два этажа с головы на корпус. Но у меня немножко не получалось. У меня получались одиночные только удары. Сначала в голову, потом в корпус. А там мы дальше с ним шли в клинч-контакт, поэтому у меня не получилось. Ну, победой довольны? Да, доволен. И с собой? Да, и с собой, это самое главное.
Вторыми в медальном зачете стали представители Новосибирской области, завоевавшие 15 наград высшей пробы. А командную бронзу взяли спортсмены Казахстана, занявшие первые места в 12 категориях.